Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и заканчивается 2020 год. Этот год был непростой, с множеством проблем, связанных с пандемией, с карантином. Но проблемы не даются просто так. Мы учимся их преодолевать, становиться сильнее, лучше. Новый год у нас ассоциируется с большими надеждами. Так давайте войдем в Новый год с позитивным настроем. Я желаю, чтобы в новом году у вас были все ваши мечты и надежды. С Новым годом!